Всем большой привет! Меня зовут Наташа, добро пожаловать на мой канал, и сегодня у нас видео будет такое, так скажем, окончательное видео по поводу прошедшего Витфеста. Извините, пожалуйста, что оно такое огромное, потому что, ну, я решила не растягивать на самом деле. И хотелось как можно быстрее завершить эту тему с Витфестом, потому что остальные видео, они просто ждут и хотят, чтобы вы посмотрели на них, вот так скажем, да. Вот, поэтому давайте посмотрим сейчас, я не буду загружать вас своей болтологией. И я надеюсь, что скоро с вами увидимся, там через несколько дней уже по совершенно другой тематике. Вот. Thank you.
об этом... Вот все время. Пока мы об этом не задумывались, потому что хотим развиваться в рамках. У нас есть цель. Нет такой необходимости пока. У нас есть цель, у нас есть крутейший проект, который выстрелил, который стал успешным, и мы все силы бросаем на то, чтобы развить его гораздо больше, чем даже сейчас. То есть... Вот сейчас у нас, может быть, будет сотрудничество с Виталием, интересно, сколько придет на него подписчиков. Что с тобой случилось, когда охранники вывели с себя боль на чемпионате мира, на финале? Меня посадили на час в бразильской тюрьме, и потом я сказал, что я русский, меня отпустили, а если я сказал, что я американцам, то меня не отпустили. Они ненавидят Америку, а россиян любят бразильяне. Так что... Я могу сказать, что самое главное — быть активными людьми по жизни, с активной жизненной позицией. Больше общайтесь друг с другом, не стесняйтесь, развивайтесь, не ленитесь, не играйте в компьютерные игры слишком много, потому что жанр летсплей, он когда-нибудь... снимать и играть в игры. Не станьте компьютером. Game. Вот, просто будьте активными, больше общайтесь и старайтесь там, не знаю, как-то расслабиться, не быть закомплексованными. Вот и все. Thank you.
всех. Всем слышно нормально, да? Всем плохо слышно? Да, в любом случае мы будем жить с таким звуком. Итак, тема нашей сессии. Можно мне чуть потише сделать в мониторах? Тема нашей сессии – блогеры в глазах зрителей. Они просили выглянуть, сфотографироваться, привет, привет. Они выкладывали смешное слово «Фрост, я люблю тебя», да? Так вот. А я там чем попало? А вы, чтобы не разбили, откуда мы материться начали. Всех, я тоже переживаю по поводу того, что найду, где я живу. Я постоянно переезжаю. Но это весело. Когда не припашено. Я у меня жил раньше, да, и говорит, вот, приезжайте сюда. Скажите, думаю, что я до сих пор там и живу. Я хотел рассказать историю, но одна из самых таких веселых, которые были со мной. Это было в начале вообще того, как я все это делал. Я помню, кстати, первый раз, когда меня узнали, мы ехали с моим, другом в метро. Забегает чувак в вагон, его пинает два чувака и убегает. Он так говорит, о, Макс, 100-500. А еще какая-то развалась история. Я иду по улице и слушаю музыку. У меня просто что-то плеер играет. И иду так. И чувак, он меня увидел. И то есть я не понял, что он хотел сделать. Но когда он проходил мимо меня, здесь где-то он был. Я вообще ничего не слышу, что я сейчас говорю, поэтому. Вот. И, видимо, он не знал, что сделать, он сделал вот так. Я такой, блин, вот это было интересно. И там один мальчик ждал меня на холоде у отеля 4 часа, чтобы подарить мне фишей. Его зовут Эдгерт. Не знаю, сколько ему лет, он лет 12, наверное. Вот, очень запомнился мальчик, он два дня подряд приходил, узнал его адрес. Вот, очень было мило. Ты с вами приходите, когда останавливаешь? Нет, я его запомнила в Инстаграме, и я думаю, если пришел, он бы написал мне. Слушай, если я подарю тебе чипом, то ты поможешь ему? Да. Я хотел тебе руку порвать. Не рекламируем спиртной, не рекламируем табак. Ну, вот это все мы точно не рекламируем. У нас были офигенные предложения, особенно по пиву. Вот. И даже не на нашем канале, а просто, чтобы мы слились. Мы отказались. Отказались вообще? Олег Зилин не отказался. Знаете, от кого было предложение? От Карамбы. Вот это неестественно. Серьезно. Ну, уж не знаю. Просто она вообще, они просто не... Просто у них реально, у них очень все качественно, у них натуральное мясо, все замороженное нет. Они картошку, короче, берут. И они накладывают на такую хрень, и так мужику погружают, он вставляется на соломку, и он у них сразу вот притер. А, типа, судить по месту о том, кто туда ходит, это как-то немножко это, несерьезно. Смотри, сколько, 10 лет? Там не грустно. Я не согласен, не слушайте. Короче, знаете, какой вкусненький? Естественно, там не вкусный. Кушает каждый день с утра салат там какой-нибудь там. Вы обратили внимание, что на мой легкий вопрос, чтобы на науке Макс вам 3 минуты рассказывал, говорил, лучшее мясо, лучшая картошка. Картошка реально очень вкусная. Я просто надеюсь, что они тебе платят, потому что это очень странно. Зачем вы это делаете? Прямо сейчас приходит сообщение на телефон, что мне поступил там несколько тысяч долларов. Несколько тысяч там был наплод. А у тебя, знаешь, а у тебя не выходят деньги, потому что на вас что-то пятнадцать. Yeah.
Посмотрим, кто победитель будет. Кто победитель будет? О-о-о. Рака Макафо. Победитель. Рака Макафо. Наконец-то я сказал правильное название этого потрясающего социального проекта. Аплодисменты, ребята, больше шума. Рака Макафо. Флаг социальный проект. Стой, так вот, ребята, у нас просто была история с ребятами. Я просто человек старой школы, и у меня в детстве было ракомакрофо. А сейчас как бы новое поколение, у них ракомакрофо. Существующего директора по маркетингу ВКонтакте Ярослав Андреев, более известный как Эльф-торговец. Давайте, ребята, больше шума! Привет, дорогой друг. Ну что? Да, и премия вручается... Очень круто. Умение слов. Спасибо.
Вот такая вот она выставка достижений народного. Я теперь тоже маленькое достижение. Маленькое достижение Кати Плот. Давай похлопаем ей еще раз. Как ее назвал фундейлер Катя Хлопки. Поэтому больше хлопков должно быть во время выхода Кати Плот. Хорошо, продолжаем дальше, ребят. Вы еще не устали, не известно, ребят. Дай